нашей огромной вселенной на великую землю пришли. И огонь этой жизни священной мы оставим для нашей земли. Будут новые жизни поколения, и пока у нас пульсирует кровь, мы будем в России сильны и едины. С нами вера, надежда, любовь. Будут новые жизни поколения, и пока у нас пульсирует кровь, мы будем в России сильны и едины. С нами вера, надежда, любовь. Мы в России сильны и едины. С нами вера, надежда, любовь. Да, это мы. С праздником, друзья! Хорошего вам настроения! А мы приветствуем вас на ежегодном фестивале, на молодежном фестивале Ростовского района и вместе Охта-фест! Ну, друзья мои, я, конечно, понимаю все. А молодежи, как я понял, у нас здесь нету, да? Ну-ка, молодежь, откликнитесь! Друзья мои, с праздником вас! С Днем Знаний! Сегодня отличная погода, сегодня у нас будет на площадках большое количество конкурсов, большое количество подарков, и самый главный подарок – это планшет. Так что, если вы будете активно принимать участие во всех наших конкурсах, вы получите этот замечательный подарок. Маленькая доля официоза. Дорогие друзья, дорогие жители Красногвардейского района, мне очень приятно от всей администрации приветствовать вас сегодня на этом замечательном и уже становившейся традицией праздники молодежного фестиваля «Охтафест». Праздники креатива, праздники молодости и задора. Вы сегодня можете посмотреть работу всех подростково-молодежных клубов нашего района, детей за ручку, сами, и записаться. Поэтому мне хочется вам пожелать сегодня только отличного настроения, задора, удачи, ну и крепости духа. С праздником вас, с наступающим днем еще знаний. Спасибо. Спасибо большое. И также хочется пригласить на эту сцену главу администрации муниципального образования «Малая Охта» Дмитрия Ивановича Монахова. Ваши аплодисменты, друзья. Добрый день, дорогие друзья. С праздником, с днем знаний. Разрешите вам пожелать побольше солнечных дней, улыбок, счастья и сегодня честной борьбы и справедливого судейства. С праздником, с открытием фестиваля. Ура! Спасибо большое, друзья мои. Ну и как всем известно, что сегодня на этой площадке будет проходить замечательный турнир по стритболу, который проводится также в рамках фестиваля «Охтафест». И для открытия этого турнира, для первого броска, мне хочется пригласить Евгения Николаевича Разумишкина, чтобы он открыл наш сегодняшний турнир. И ощущение! Друзья мои! Стритбол! Чемпионат по стритболу! Вот так вот. Еще Дмитрий Иванович решил открыть. И Дмитрий Иванович тоже открыл наш сегодняшний замечательный турнир. Make a big mouse, man, who's still gonna be a big man someday. Got mud on your face, a big disgrace, kicking your can all over the place. Think we will rock you. Think we will rock you. But a young man, crap man, suddenly still gonna take on the world someday. Got mud on your face, a big disgrace, kicking your can all over the place. Think we will
face, a big disgrace. Somebody better put you back in your place. And we will rock you. And we will rock you. Everybody, конечно же, в первую очередь Носковой Назире Сахировне. Все правильно, да? И, кстати, немаловажно указать то, что вот эти вот замечательные ребята стали чемпионами мира. Потерял один раз. Читаем. Так, береда, второй, давай. Давай, 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 давай. Отбегай, отбегай, отбегай. Отбегай, молодец, отбежал. Так, отбежал, хорошо, молодец. Третий и... Вот. Так, давай, давай, лови. На-н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 а-
around once in a while. The way we met, we got 5 minutes for us to disconnect from our intellect and let the rhythm connect. Follow your intuition, create a soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's full of beat out. We're gonna believe how we wow. Turn it till it's burned out, turn it till it's burned out. Act up from the Northwest East side. Everybody here, everybody, let's get into it. Get stoned, get started, get started. Time your kiss is still just a pain in your spine. Just bob your head like me, Apple D. Up inside your club, or in your belly. Get messy, loud and sick. Your mind fast, no more than the head trip. So come to now, do not correct it. Let's get ignorant. Everybody, let's get into it.